Лето – это маленькая жизнь. Для многих это и пора отпусков. Но и оставаясь в родном городе, можно с пользой отдохнуть. В Одинцовском округе есть все для полноценного отдыха. Природа, парки, водоемы и интересные мероприятия. Я гуляю на природе, в лес мы также ездим, на речку ездим. С мужем также в отпуск ездили, отдыхали на море, там немножко загорели. Да, лето в городе. Ну, мы еще как бы не совсем в городе, мы живем за городом. Так что можно никуда и не ездить. Лето в городе мы проводим в Одинцово, в Центральном парке, либо же на лыжероллерной трассе. Вот прекрасно, что есть парки, потому что это действительно спасение. Я не представляю, как люди выживают в Москве в такую жару. Поэтому все переезжаем в область и приходим к нам. Костя и Настя летом времени даром не теряют и проводят его активно. В городе много спортивных площадок и мероприятий, рассказывают ребята. Мы любим гулять в этом парке. Вот с сестрой почти каждый день ходим, гуляем на площадке. Я хожу в футбол играть. Отдыхаю, с подругой общаюсь. В парки разные хожу. Летний период можно сделать по-настоящему увлекательным, уверены жители нашего округа. Главное – больше времени проводить на свежем воздухе и с близкими. Тогда городское лето будет только в радость. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».